Хочешь снимать, ты готов? Да. Как у меня прическа? Как у меня? Она нормально. Сейчас нагреется.
Как-то так. Куда осколок-то улетел? Вот лежит. Лежит. Андрей Владимирович! Что случилось, Андрей Владимирович? Привет. Да что-то сосредоточился его. Надо разметку сделать сейчас. Сверлить собираюсь. А то там все без звука, без звука. Они на соскучились по нам. Давай сделаем со звуком. Ну рассказывай, что ты делаешь? Ну для начала всем привет. Кто смотрит канал ваш? Скорее всего, канал Сергея Игоревича. Да нет, это наш канал, как говорит Павел Григорьевич, и просто глазастые люди. Короче говоря, занялся тем, что готовимся к ярмарке, там, к очередной, сувенирчики делаем. Вот, в данном случае вот будет такая карандашница с узлом таким, типа демидовским. Ну и вот, отковали мы тут немного, поработали, теперь вот надо собрать. Вот это вот железяка, такая старая, изъеденная ржавчиной, временем. Я решил вот это вот все оставить, вот эту вот фактуру. Ну, потом поближе увидите. Вот. Сейчас собираем, просверлю отверстие, чтобы вот эту вот карандашницу вставить. С той стороны приварим. Также и это. Когда будет готово, посмотрите на готовый результат. Вот чем я сейчас занимаюсь. Ну ладно тогда, все, поехали дальше. Поехали, продолжим работать. В общем, второй день работы у нас, да, Андрей Владимирович? Второй день мы работаем уже, да. Потому что не спеша. Сейчас это... С толком, с чувством. Вот так. Я бы сказал, мы постигли кузнечный дзен. И теперь мы... Мы созерцаем ковку во всей красе. У нас горит огонь. У нас есть печка. Ой, у нас сейчас условия вообще комфортные, с печкой, которую я пару дней назад установил, испытали, и вообще понравилось. Отлично работает. Сделано в СССР 50 лет назад с лишним. Вот ну работа. Покажем потом чуть-чуть, как у тебя печка будет. Да, потом посмотрите. Тюнинг кузницы продолжается. Там же есть сила, но вот чуть-чуть. Сам тоже, да я вообще художник, Юшкин кот. Моя школа.